Ну а мы продолжаем. И вот, пожалуйста, вашему вниманию блуза Мариса. Ведь нам так хочется осенью чувствовать себя как-то особенно комфортно. И, конечно же, чувствовать теплоту и уют. И, конечно, любая вязаная вещь или шерстяная вещь добавляет нам объемы. А нам разве это нужно? Нет, конечно. Так вот сейчас как раз компания Island предлагает вот такую утепленную блузу Мариса специально для осеннего периода. Ну и, конечно, сразу перейдем, из какого материала сделана эта блуза. Это трикотажное полотно с добавлением шерсти. Что это значит? Нам всегда будет тепло. Шерсть нас согревает, конечно, а трикотажное полотно, оно известно своей эластичностью. Вы посмотрите, да, как оно может растягиваться. Конечно. И более того, если бы я сейчас могла передать все свои ощущения, которые я сейчас испытываю, настолько нежное, настолько приятное. И теплое. Конечно, и теплое, несомненно. Вот такое вот полотно, то я бы, конечно, вот все, что могла, я вот вам сейчас согласна, Полина. Перенесла, передала. Но я думаю, что лучше все-таки приобрести эту блузу, и вы попробуйте и почувствуйте, прочувствуйте всю эту теплоту от производителя. Итак, блуза Мариса представлена у нас в двух цветовых решениях. Назовем этот цвет сиреневый. Да. И также у нас есть еще второй цвет. Коричневый. Пожалуйста. Звоните, заказывайте, ведь цена премьеры 1490 рублей. Такая невероятная цена для такой качественной, очень приятной, да, вещи только на нашем телеканале. И только несколько дней, только совершенно в течение нескольких верно дней вы сможете приобрести ее по такой невероятно низкой цене. Звоните, успейте заказать. Ну и, конечно, сразу же, мне кажется, приковывает свое внимание принт, потому что это не только просто материал, но еще и вот такой чудесный принт, который олицетворяет вязку. Ведь нам кажется, что эта вещь связана, но нет. Это вот именно такая вот, скажем так, нанесенный рисунок на вот эту вот ткань, которая у нас, собственно, содержит шерсть. Да? Да, там есть еще полиэстер, лайкры немного. И, конечно, вот такой, я бы сказала, яркий принт, он позволяет, конечно же, сочетать со многими вещами. Поэтому да, мы можем как с черным, да, как с красным носить. И все будет гармонировать. Все, да, будет абсолютно верно, но мы не уделили внимания коричневому цвету. Здесь конечно точно такая же, вот такое же многообразие цветов присутствует. Да, поэтому подобрать да низ для этой кофточки будет очень легко. Ну и, конечно, воротник. Давайте уделим да ему особое внимание. Этот воротник называется качели. Но знаете, в чем его преимущество? Он идеально подчеркивает наши достоинства. Да, действительно. И, конечно, я вам больше скажу, зона груди, зона декольте всегда будет выглядеть очень выигрышно. Соблазнительно, обязательно, конечно, соблазнительно. Конечно. Ну давайте пригласим нашу модель и посмотрим, как эта блуза будет подчеркивать достоинства нашей модели. Вот вы посмотрите, как очень элегантно, словно бусы, как будто, да, либо какой-то очень красивый шарф, не спадает горловина. И, да, конечно, палантин такой, как да, будто бы накинул да, на себя. Да, создается такой эффект. Алена. Да, и это, мне кажется, очень и очень красиво, очень выигрышно смотрится. Ну и, конечно, длина этой блузы – это тоже огромное преимущество. Вы можете да ее одеть как под юбку, так и под брюки. Давайте измерим ее длину по спинке. Да, давайте. Возьмем наш сантиметр. И я хочу сказать, пока Оля меряет, что вот такая оптимальная длина, это, она позволяет и заправить такую блузу, при этом да, не будет какого-то дискомфорта при заправке. И в то же время выпустить, как это сейчас на нашей модели, потому что если вдруг у вас на брюках, на юбке какие-то очень красивые элементы, может быть, в области талии да, и пояса, то как раз эта блуза поможет все рассмотреть, все как нужно. Абсолютно верно, это оптимальная длина, абсолютно, который можно сочетать абсолютно совсем с юбкой, с брюками. Да, итак, длина, да, дорогие телезрители, 58, 58 сантиметров. Посмотрите, дорогие телезрители, 58 сантиметров длина этого изделия. Ну и, конечно же, стоит отметить, что здесь есть еще, что немаловажно, вточной рукав, немного заужен по крою именно кисти, да, и тем самым он, конечно же, смотрится очень элегантно. Аленочка, ты знаешь, я предлагаю тебе приподнять немножко рукав, тем самым присобрать его, да, тем самым продемонстрируем вам, как можно носить эту кофту в разных вариациях, эту блузу. Вы посмотрите, как красиво смотрится она, и она теперь сочетается с воротниковой зоной, и, по-моему, очень даже кокетливо.
Да, очень красиво. Ну и, конечно же, стоит отметить, что вот, вот такая потрясающая блуза Мариса, конечно же, не только будет очень элегантной, очень красивой, и, конечно же, великолепно сидеть на вас, но еще и она согреет вас обязательно холодными осенними и, может быть, даже зимними вечерами, потому что она не добавляет тех самых объемов лишних, которые иногда бывают при вязке, при каких-то очень теплых абсолютно шерстяных изделиях. Верно, Полина, вот для меня это очень важно. Я зимой не люблю одевать свитера, да. Я чувствую себя дискомфортно, но в то же время я люблю тепло, как конечно, любой из нас. Конечно. И поэтому вот это самый оптимальный вариант. Я обязательно приобрету себе такую блузу. Итак, два цвета, дорогие телезрители, сиреневый и коричневый, размеры от 46 до 58. Блуза Мариса, звоните, заказывайте, цена премьеры 1490 рублей. Ну и, конечно же, великолепный материал с содержанием шерсти и лайкры, что позволяет идеально сесть на любую фигуру, при этом подчеркнув только достоинства. Полина, ты знаешь, настолько невероятно легкая ткань, позволь, да, я ее возьму, да, конечно, уже приложу, пожалуйста, к себе, потому что я уже хочу ее приобрести на зиму, потому что шерсть, мы уже сказали, она согревает, и в то же время я не буду такой громоздкой, да, как в свитере бывает. Конечно, вот, то есть конечно. Оно, зачем нам нужны эта ткань эти будет объемы? Меня стройнить, и в то же время мне будет комфортно и тепло, как и вам, дорогие женщины, если вы закажете эту замечательную блузу Мариса.